приветствую вас, мои дорогие друзья. Сегодня я вас буду немножечко веселить и познакомлю с нашим новым питомцем. Да-да, у нас новый член семьи, знакомьтесь, это голубь Валера. Смотрите, какой он забавный. Это не просто подушка антистресс и не просто игрушка, это игрушка с характером. Если вы заметили, то Валера болтает по телефону, как и я все время с телефоном, и пьет кофе. Как я люблю кофе и приятную компанию. Такая игрушка станет просто очень неординарным, таким неизбитым подарком, и можно ее взять с собой в дорогу, потому что на Валере так приятно спать будет. И мы планируем, что он будет с нами всегда в путешествиях, когда мы будем ездить на автомобиле. Также Валера может стать прекрасным партнером в фотосессиях, с ним можно делать всякие прикольные фотографии. И просто когда, может быть, нет настроения, когда его трогаешь, то успокаиваешься, появляется какое-то расслабление, легкость. И у этой игрушки абсолютно безопасный состав: 100% полиэстер, а наполненная игрушка вспененным полистиролом. Можно стирать, можно с этой игрушкой играться, драться, кидаться, ну и просто замечательно проводить время. Я думаю, что если соберется компания, то это будет очень забавно, все будут хотеть с ним сфотографироваться, трогать, полежать на нем, поваляться и так далее. Где найти такую игрушку? Кстати, Валера, он не единственный. На сайте компании Йова вы найдете очень много характерных игрушек, которые отражают вот разные психотипы. Я когда листала сайт, то я прям говорила: так, это вот как наша Оля, а это как твой брат. Мы так хохотали, но выбрали вот именно Валеру, потому что он какой-то вот прям, не знаю, сразу понравился, сразу стал родным и близким. Мы, кстати, еще там присмотрели игрушки. Ну, мне будет интересно, что вам понравится. Можете прям в комментариях написать, вот какая игрушка вас зацепила, какой характер вот вам кажется на вас похоже. И, кстати, то, что мне еще понравилось, у каждой игрушки есть своя история. И когда я читала про Валеру, я просто хохотала. Вам тоже рекомендую почитать. Ссылку я прикреплю под этим видео. Вы можете перейти и посмотреть, выбрать. И напишите обязательно, что вам понравилось. Всего вам доброго, до новых встреч, а мы полетели пить кофе и болтать по телефону.